مباركة يا مملكة الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Помню, когда первый раз я пришел и увидел вот этот разрушенный дом, этот страшный, проваливалась крыша. Думаю, Господи, когда же просияет неплодящее место сие? И вот, по милости Божией, сияет своей красотой, более чем первозданной. И тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Храм сей благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спасибо. Ты с какого года здесь живешь, скажи мне? Я по Николаю 4 года жил. Нет, ну с какого, когда ты приехал, ты помнишь? В 76-м я приехал в августе. В 76-м? Да. Тоже позже меня, я в 71-м. Я 40 лет в августе будет. Как-то. 40 лет. Ага. Ну вот, а я, значит, 45. Ага. Как посетил Афон. Вот, ты родился в Слады, кстати. Ну давайте. Папа, последний из Пскова-Печерского-то, да? Угу. А ты тогда с Досифеем приехал, нет? Нет, вообще в 66-м. В 66-м я его застал. Вы прошлый год были, а я выехал в больницу ложиться. Вот. Вы были, а без меня не было. Ну это безобразие. Вот, посмотрите на меня. Ну вот благословлю твою неделю, отец Мартиньяк. Молись, в том числе и за меня. Не переставай. А Михаил не приехал? Нет. Смоленска. Нет. А ты знаешь его, да? Показывает. Горового. Я ж у вас был. Ну, помню. Митрополитом он был. Конечно, помню. Все. Ну, спасибо.
Владыко. Процветания вашей обители, а всем вам долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Помогай, Господи. Христос воскрес!